Всем здоровки, дорогие друзья! С вами, как всегда, Юрыч, ребята. Сегодня со мной играет Донни, и это рубрика «Эксперименты» в GTA 5 онлайн. Кукусяндр, дорогие мои! Итак, ребятки, сегодня мы с помощью рандома будем тестировать случайные машины и прыгать на них в длину. Задача улететь как можно дальше, чем соперник. Но, ребята, в первом раунде, жеребьевочном, мы будем, ребята, тестировать сегодня машины из Киберпанка. То есть это Квадро. Думаю, кто играл или смотрел, сразу ее узнали. Она немножко изменена. Раньше когда-то она у нас была, мы на ней прыгали, но сейчас у нас что-то новенькое. Плюс у нее есть ускоряшка, поэтому попробуем, посмотрим, что она из себя представит. А кто улетит дальше, сможет заспаунить себе непосредственно потом три машины на второй раунд, а проигравши только две. Я что-то смотрю, что... Овощ полный. Вообще ни о чем. Ты меня снес. Прикольно. Серьезно? Мы столько ехали, бортовались, короче, всю дорогу. А, понимаю, я сзади смотрю, и там вся трасса, короче, пошла в там-тарары. Так, у нас еще есть один раз стрельнуть возможность, поэтому надо пристреляться. Да, около 1000, да, была скорость? У-ху. Да, 1000 с копейками. Слушай, я удачно очень выстрелил и... И нормально долетел за счет этого. Вопрос, где будешь ты? Потому что меня немножко откинуло в сторону, не совсем хорошо. Офигеть, тут сзади, короче, воздушные фильтры какие-то непонятные. Вот такая вот необычная машинка. Так, где-то Ванек? Ванек где-то падает уже, что ли? О. Или где ты? По кайфу. А ты перелетел? Да. Каким образом? По кайфу. А я, ну, морду кверху, да прожал. Так я тоже это сделал, но, видать, возможно, я, короче, ниже это сделал, либо ты лучше летел. Может ну, быть, короче, да. Ребята, вот так вот получается, что Ваня улетел дальше, это первый балл его, и, возможно, заспавнит три тачки, поэтому погнали дальше. Давай. Итак, ребята, продолжаем второй раунд. Две машины на спаун я могу себе сделать, у Вани три. Так, это не считается, рампа тоже не прыгнет, прям сообщество фриков, так сказать. Так. Ага, а, мне упадет уже машина. И вот такая. Короче, используем только машины, получается, аддоны, ребята. Стандартные машины, которые есть в GTA, не юзаем. Потому что толку от этого нету. Печально. Баги. Печально. Так, у тебя Ламба, Эклипс и Хонда. Так, ну я, ребята, конечно, беру вот этот автомобиль, он прыгает. Давайте готовиться. Итак, ребята, давайте прыгать. Эклипс против... вроде как, что это такое, я не помню. Мустанг? У тебя Камара вроде бы. А может, Камара. Ну, скорость хорошая. 1475. Mm-hmm. В принципе, эту машину мы знаем. Дропает хорошо, а у тебя там вроде ни о чем. Да 1000, да, вообще ни о чем просто. Все очень плохо. Такое. Также, ребята, забыл напомнить, что есть у нас система экстра баллов. Машина, которая улетает дальше всех, приносит плюс один бонусный балл в конце своему обладателю и возможность, как говорится, в свою сторону перетянуть одеялко победное. Так, ну, слушай, неплохо. Я пока отмечать, конечно, не буду экстра, потому что думаю, что мы улетим дальше. Поэтому отправляемся на третий раунд. Давай. Мы уже здесь, пробуем. Так, Ванек исчез. Я здесь. Танк не прыгает, лего-тачка, в общем-то, может быть... Хистер. Да, наверное. Так, раз. Танк не прыгает, и Виненчик. Ну, хоть. Я, если честно, не знаю. Я, наверное, возьму Винена. Ну, против Макларена будет Ламба у нас. Возьму. Давай, я тебя жду. Итак, ребята, мы готовы, пробуем. Поехали. Виненчик, ты, надеюсь, разгоняешься. Как говорится, слишком много я на тебя поставил и смотрю, что зря. Да. Охренеть. Сколько? Вообще ужасно. А так-то у меня свой 1200. 100, как бы. Ну, 1000, вернее, 100. Так, ну не, вообще ни о чем. Я-то думал, Винена прыгает. У нас их несколько штук, и это да, как бы... Да, их много. Это одна из тех, которые, видимо, не прыгают. Да. Ну да, чисто кубы, чисто врезался в этот скворечник в центре, и, в принципе, ты долетел у нас... Ну, не так уж и далеко, где Квадро у тебя приземлилось чуть дальше. Да. Окей, ребята, окей, балл твой, и мы идем дальше. Давай. Спавним тачки, ребята, и что-нибудь хорошее завози. И, кстати, мне завезло Bentley Exp, который вроде прыгает. У тебя там что? Это не чит. Регерка, но это не чит, это обычная. Ага. Такое и такое. Понимаю. Я так понимаю, регерку будешь брать или что? Да-да, здесь вариантов-то особо немного на самом деле. Вау! О, пока. Это что-то я забыл, что оно так на самом деле это все. Не, ну тебе машинка прыгающая, точно я знаю. Не, машина прыгающая, она что-то вообще не едет. Ты у меня скатился вниз, только что упал. С
скатился. Сломал трассу за собой. Так, ребята, пробуем еще один раз. Многие пишут, что типа ты не замечаешь, что кончается первая нитро. На самом деле, ребята, первая нитро, по большему счету, нужно, чтобы переключать максимальную скорость, поэтому на него особо... Я зацикливаться не буду, попади! Что, попал? Я, короче, жестко врезался. Я буду, наверное, дальше тебя. Намного. Да, то есть у меня машина дымится прям так прикольно, эпично смотрится так. То есть я прям в угол врезался, переехал. И да, это, ребята, возможно, потенциальный экстра балл. Но я не буду перепрыгивать, потому что машина не едет. И сразу чек-энджин по приземлению. Достаточно того, что я здесь выиграл. Надеюсь, машина будет получше. Поэтому погнали. А я такой Элдони. О, немножко помигал даже. Да, нормально. Так, хорошечно. Так, три машины. Наконец-то. Так, Феррари. Сиан чит. Пагани Рагна. Итак, я отлетел. Итак, друзья, я вернулся, у меня еще две машинки, и Астон Мартин, и, кстати, Акулка, но Акулка не чит, а Сиан чит. Акулка, а, Акулка не чит, да. Сиан так, ну окей. А, попробуем, ребята, чит, читы плюс-минус летают, у тебя Феррари, не страдали, а 458-я вроде, и она да. Тоже неплоха. Блин, да что такое? Да, ребята, после Нового года сервак очень сильно болеет, поэтому как бы удивляться здесь не приходится. Но прыгаем! А, это слушай, не ну чит, я... это обычный сиан. Серьезно? 1300 кое-как. А. За уши, как говорится, натянул. Ты где? Слушай, я в Чили отрезаюсь. В Чили отрезаешься? На чем? Да, на Феррари. Она летает до Чили, это серьезно? Да. Вот это поворот, а я-то думал, чита будет достаточно, чтобы тебя перелететь, но, ребята, нет. Так, ну-то я опять вырываюсь вперед, и мы, ребята, с вами отправляемся на шестой раунд. Давай. Итак, ребята, экстра балл я отметил, находится он здесь, сейчас вам покажу, до сюда долетел Ваня. Что-то здесь с ВПС прям проблема какая-то. Да, у меня есть тоже ВПС, просто лег. Только что было нормально, сейчас что-то странное происходит. О, давник, я P8 не видел у нас на серваке. Так. И Porsche мне падает вот такой вот. Mazda. Слушай, я хочу на Q8 просто полетать. Типа, я, ну быть, давай попробуем. Может быть, Mazda летаешь, но я хочу именно Q8. Итак, ребята, давайте попробуем Porsche против Audi. Ну и, в общем-то, что по максимальной скорости неизвестно. У меня Porsche был без нитро. Так, ты полетел. Я тебя вынес. У меня. Нет. У меня я тебя вынес. Ну ладно. Короче, очередной унылый кусочек. Сколько? Воняющегося где-то там говнеца. Короче, 1000 всего. Да, вообще ни о чем. 1030. Поэтому сейчас еще посражаемся. Сейчас посражаемся за звание. А я лечу в офис ФБР, алло. А ты легкий, да? Да, я видел, ты очень высоко запасом там летел. Слушай, я в здание врезался, да? Я еще раз прыгну. А какая разница, ты врезался, все, хорош. А, ну нет, базару ноль, типа, если так, хорошо, базару ноль, типа. Потому, ну я тоже врезался в мозг, как бы дальше не отрикошетил, поэтому как бы окей. И слушай, получается, я чуть-чуть дальше тебя. Ладно, окей, прыгаем дальше. Так, ребята, на спауне здесь что-то вообще лютая хрень происходит. Видать, слишком много объектов надублировалось, поэтому придется терпеть. Бэтмобиль мне упал. И вот такой вот инвалидыч. Короче, я возьму Бугатти и попробуем. Итак, ребята, продолжаем. В общем-то, Бугатти Дива у меня, не знаю, та не та. Я уже все удалил с платформы, чтобы более-менее стабилизировать ВПС. Короче, как-то странно. Там слишком много объектов, видать. И у меня даже Бугатти не едет, прикинь. Сколько? 1060. Ха, прикол. Жесть вообще. Лютая какая-то жесть. А у тебя что там? А, я еще пока только загрузил платформу. И еду. А, понимаю. Так, окей. Я чувствую, что там скоро вообще FPS будет до 5 падать, и придется перезаходить, походу, на сервак. Так, ну, я у такси приземлился. Ну, возможно, будешь лучше, я тебя пока на карте не вижу. Так, где-то летишь. Должен быть. Летишь лучше. Высоко, между прочим. Ну, я перелетаю даже этот. Да. А, ну да, перелетаю, ты дальше. Да. Так, окей. Хорошо. Самое интересное, что мы с тобой чисто раунд я и раунд ты. Вот так пока что идем плечом к плечу, поэтому как-то интересно, но экстра у тебя. Это плохо. Это плохо, потому что экстра балл за тобой. Погнали, ребята, на уже восьмой раунд. Давай. Итак, ребята, продолжаем. Давайте спаунить тачки. Две для меня, три для Вани. Тут вообще жесть происходит. Так, мне упал Мерседесик вот такой. И упал Ультима GT. Я Мерседес не знаю, поэтому попробую. Ультима не летает, насколько я помню. Так, у тебя пока Мустанг первый.
Мазда, опять-таки, и еще один Мустанг. Интересно. Итак, ребята, поехали. Mercedes E500. Не знаю, что за лошадка такая старая. Надеюсь, плюс-минус прыгнет лучше, чем были машины сегодня, потому что у меня все прям, ну, такое, говнецо. 1270, на самом деле, вот такой вот. 900. Необычненький. Понимаю. Так, ну это первая моя машина, которая реально хорошая прям, ну, не считая Bentley X. Вы знаешь, я уже немножко даже, жалею, что я на ней не прыгнул прям на всю максималку. Да. Потому что пока хороших машин не было. Но я улетел дальше, чем ты, где-то там на... Где? Да я нигде, я тут 900, ну, типа, что, я удалил, ну, пока это, скорее летел. Всего, район Кубов, да, магистраль. Так, ну, бал мой, опять-таки поменялись, идем дальше. Давай. Продолжаем, ребятушки. Так, спокуха FPS, лишний раз не трои, придется карту троить, у меня там пропала дорога. Опять Лего, прям напрашивается. ТВР ни о чемный. И... Давай, пожалуйста, заспаунься, что-нибудь хорошее. И Кобра. Или это не Кобра? Это не Кобра, это стандарт. Это... А нет, это Кобра. Это Кобра, да. Это стандартная. Эх, ладно, в общем-то, ТВР не прыгает, черно не прыгает, пробуем Кобру. Давай. Итак, ребята, я взял Кобру, поедем прямо отсюда, потому что FPS там вообще лютый какой-то. Сервак вообще, походу, сжечь надо. Приехать просто и сжечь сервак, где он там находится. Так, Кобра вообще не едет. Очередная машина, 1000 км в час, просто жесть. У меня пропала так, дорога. Опять дырка вижу, да, вижу. Просто, что происходит, ребята, вы себе не представляете. Просто пылает, наверное, видно отсюда, как у меня жопа. Так, я прям сейчас заеду прямо на стояночку. А нет, не заеду. Чуть-чуть не впустили меня. Так, у тебя BMW вроде новенькая, кстати, возможно, которая летает. А ты что, без машины летаешь? Ты типа до меня не допрыгнул? А, понимаю, ты у меня летаешь без машины, просто человечком. Окей, ждем, когда ты уже полетишь. Серьезно, как у меня. Что-то, ребята, у нас сегодня прям сборище этих машин, которые не прыгают. Так, дирижабль, а ты хуже, возможно. Да, ты хуже. Я чуть дальше. Вопрос только, доедешь, не доедешь. Бот, ты куда? Уехал. Стоял такой, оп, и по газам. Типа, ну нахер, да? Да. Так, ну ладно, отлично. Бал за мной, ребята. Мой овощ оказался лучше. Так, ребята, 40 FPS. Господи, просто даже шевелиться неохота лишний раз. Так, три машины у меня. Опять-таки Бугатти. И вот такая вот Феррари. Это чит? Не чит? Я даже не знаю, что это такое. Феррари 458. Попробуем ее. А Бугатти у нас сегодня была, уже неинтересно. Это не краша штука? Не знаю, если честно, но это вроде не тот, который прыгает. Поэтому лучше переспавню его, на всякий случай. Ну да. И получается, что? Феррари. А, Ламба, вернее. Ламба, да. Ну окей, попробуем. Короче, ребята, сразу поехали отсюда подальше, главное. Просто. Ничего никому не объясняй, просто валим. Это, короче, открыто по жизни, просто валим подальше отсюда. Слышь, а у нас игра не сломалась, у меня уже какая машина едет, 950-940. Нет, ну так же, не, ну сейчас 1100 хотя бы. А, понимаю, у меня 940 просто было с копейками, вот такая вот Феррари. Знал бы, я бы взял Бугатти Дива, который хотя бы там 1100 едет, или сколько она там ехала. Так, и бамс, отвратительный результат. Ну я хотя бы перелетаю. А, ну нормально, ну ты сейчас 100 так ты перелетел. Прямо к мэрии прилетает, ребята, Ваня. Так, твой балл, а у нас получается сейчас еще один раунд. Короче, пока удаляешь все объекты, FPS вроде поднимаются еще чуть-чуть. Ну просто, чтобы вы понимали, платформ штук 300, если не больше. Типа того, да. Так, спавним тачки. Блин, тот не тот еще вопрос. Да, кстати. У тебя Бэха. О, Веста. Так, и... Крайслер, который вроде... Кадиллак, который не летает. Это та самая Веста. Итак, ребята, Додж у меня, Веста у Вани. Доджик что-то мне подсказывает, это явно не тот. Да. Я тебе даже точно скажу. В допах лазил, смотрел надписи, но ничего не нашел. Ну, хотя бы 1050 лучше, чем было. И вторая, ребята, летающая машина падает Ване за сегодняшнюю серию. И у нас всего было... Да, кстати. Две машины, которые долетали до горы Чилиат, и одна потенциально такая себе. Плюс еще сервак троит, поэтому как это восприниматься, я не знаю. Так, окей, прыгаем на Ваню. Где-то там приземлился. Еще под землей там не шкарябаться. Так, я вижу. Да, приземляется, ребята, он до горы Чилиат. Ты, кстати, вроде побил свой экстра. Новый экстрабал, да. Да, не намного, но, как говорится, тоже неплохо. Так, последний раунд впереди, ребята. Сейчас спавним машины, прыгаем, делаем подсчет итогов.
Итак, ребята, последний раунд. Давайте за спанию тачки. Сейчас получается две у меня, три у Вани. И самое интересное, что если сейчас улетаю дальше, то у нас будет ничья. Если я улетаю ближе, то ты побеждаешь. Да. А мне Кадиллак падает, между прочим, неплохо. Так, Ваня, ребята, у нас улетел, поэтому давайте его подождем. Итак, ребята, в общем-то Ваня вернулся, еще две машины. Давай, спауни, телефон из рук можешь убрать. Смотрите, все селфики там делает. О, так. Все, так. Сколько я делаю? Две, да? Да, две еще тут. Бэх стоит. Так, Астон Мартин и... Это стандартно вроде. Да. Хотя это так. Не винтаж? А нет, Спектр. Нет, это Спектр, да. И МКшечка вот такая, но она не прыгает, это вроде новенькая. Так, окей, выбирай, я поехал поскорее отсюда. ФПС просто съел все, что можно. А Кадиллак не тот, прикинь. Вот это просто... Сколько? Бам-бам-бамс! Сколько? 1100! Просто жесткая рафляночка, ребята, сегодня у нас от рандома. Вот просто ни одной летающей, прыгающей машины до горы. Такой серии просто еще не было. Поэтому можно сказать, что она уникальная в своем роде. Так, ну я приземлился. Прям идеальненько в изгородь отдохнуть. А ты летишь дальше. Да, да. У меня 1200 чем-то было. А, гору перелетел. Что ж, ребята, это значит, что ты побеждаешь с перевесом в 2 балла. Там по счету, наверное, где-то 8-6, потому что экстра был за Ваней. И как я уже сказал, то есть если бы я победил, была ничья, а так разница в 2 балла. Что ж, ну такая серия. Ничего прям сверхинтересного сегодня не было. Максимально странно, плюс сервак болеет, поэтому хэштег не болей. Если понравилась серия, давайте наберем 3000 лайков. Подписывайтесь, зовите друзей на канал. Всем большое спасибо, что смотрели, и всем покеда. Пока, ребят.